Участие в обсуждении приняли председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, представители силовых структур и вице-губернаторы. Совещание прошло в формате видеоселектора. 4 ноября праздничные мероприятия, народные гуляния и торжества пройдут во всех районах края. Губернатор поручил ужесточить пропускной режим на митингах и концертах и в целом обеспечить правопорядок и безопасность в местах массового скопления людей. Также Вениамин Кондратьев обратил внимание на районы, пострадавшие от удара стихии. Нужны ли там праздничные мероприятия? Этот вопрос необходимо согласовать с местными жителями, ведь куда важнее для них сейчас восстановить свои дома. На что бы я еще хотел обратить внимание, на праздник в тех районах, которые пострадали от стихийного бедствия. Это Обсинский район, Сочи, Лазаревский, Обшировский район. Вот то продумайте именно с людьми, как его правильно этот праздник там организовать. Если мы завершим все аварийно-восстановительные работы, тогда, конечно, можно с концертами. А если, на самом деле, что-то будет еще требовать дополнительных временных рамок, ну тогда людям будет не до праздника. Поэтому с душой, по-человечески отнеситесь к тому, особенно в Хадыженске. Стоит ли устраивать такое мероприятие? Потому что мы празднуем, а у них дома там еще далеко до полного порядка. Самый главный подарок на праздник – это просто возможность вернуться в свои дома и вернуться к обычному образу жизни. Нам нужно завершить ликвидацию всех наших последствий чрезвычайной ситуации. Тогда праздник будет праздником. Губернатор обратился к главам муниципалитетов. На площадях и улицах, где будут проходить массовые мероприятия, необходимо организовать дежурство оперативных служб и скорой помощи. Все они должны быть переведены в режим повышенной готовности. Еще раз просто проанализируйте все, что вы сделали. А я не сомневаюсь, что сделано очень много силами и правоохранительных органов, и органами местного самоуправления. Посмотрите с точки зрения просто вот человеческого шага, мысли, где, как, где может быть тонко, где нужно сделать так, чтобы максимально еще усилить те или иные мероприятия. Вы прекрасно знаете свои районы, вы прекрасно знаете те площади, места, где будут проходить массовые мероприятия. Как сделать не по формуляру, еще раз подчеркиваю, а по жизни это место безопасным. Выйти сами на эту площадь на 2, 3, 5, сколько у вас будет, пройтись по своим станицам. Тогда будет на высочайшем уровне и безопасности, да и в целом жизнедеятельности в нашем крае. А это самое главное, к чему мы сегодня стремимся. Всего в крае планируется провести более 40 мероприятий, митингов, концертов и акций, приуроченных ко Дню народного единства. Будущие места гуляний проверят правоохранительные органы и кинологические службы. За правопорядком будут следить сотрудники полиции, росгвардейцы, а также более 1500 казаков.